В Ульяновск приехало около 200 юных спортсменок. В спорткомплексе «Татьяна-Арена» разыгрывают кубок сильнейшей по художественной гимнастике. Поддержать молодых дарований приехали звезды мировой художественной гимнастики, многократные чемпионки мира Дина и Арины Аверины. Девушки сфотографировались с поклонниками, раздали автографы и получили подарки – портреты из страз, сделанные вручную ульяновским тренером по гимнастике Татьяной Малковой. Дорогие участницы соревнований, тренеры, судьи, зрители, мы рады сегодня присутствовать здесь на третьем этапе Кубка сильнейших. Татьяна Клавина, спасибо вам большое за приглашение. Всем участницам мы хотим пожелать красивой и честной борьбы, а зрителям наслаждаться и получать эмоции. Пусть победит сильнейший. Удачи! В первый день соревнования проходили по двум дисциплинам – групповое упражнение и индивидуальная программа. Участвовали спортсменки 2006-2009 годов рождения. Соревновались сильнейшие гимнастки из Армении, Узбекистана, Белоруссии и более 30 регионов России. У нас сезон этот очень хороший, начался с января месяца еще. Мы были и первыми победителями на Приволжском федеральном округе на чемпионате. Мы отлично выступили на спартакиаде России. Мы хорошо прошли первый, второй этап. Достаточно стабильно, достаточно достойно. И сейчас вот третий этап кубка. Просто сейчас идет многоборье первые два дня. И за выход в финал все борются. То есть 8 сильнейших команд будут разыгрывать уже финал. Медали. Всего 18 команд, а также спортсменки с индивидуальными номерами, которые ранее показали отличные результаты на предыдущих этапах Кубка сильнейших. За место на пьедестале борются мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Конечно, выступать дома сложно. С одной стороны, большая ответственность, но с другой стороны, у нас очень большая поддержка, за что мы благодарны. Все нас дружно поддерживают, это очень важно. Мы чувствуем их поддержку. Сегодня не все удалось, но в то же время мы выступили хорошо. Есть всегда над чем работать. Мы будем работать дальше, исправлять ошибки, чтобы выступать еще лучше. С появлением в Ульяновске соревновательного комплекса «Татьяна-Арена» наши спортсменки могут тренироваться чаще и в комфортных условиях. Это отражается и на выступлениях. Сборная нашего региона показала хорошие результаты на соревнованиях. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.